В галерее «Классика» открылась персональная выставка Ирины Казимировой. Она один из немногих профессионалов своего дела, уникальный мастер в технике батик. Создание рисунка на ткани вручную – процесс очень сложный, требует много времени и терпения. Многие даже художницы отказываются от техники, переходят в другие направления, потому что, ну, действительно, трудоемко. И самое это главное, что темы даются с трудом. То есть, ладно, технически это очень сложно выполнить, но это вопрос другой, хотя это тоже муки. Самое главное – придумать идею, тему, обыграть ее. У Ирины Казимировой нет недостатков в темах для творчества. На шелковую ткань ложатся зарисовки, которые подсказывает жизнь. Иногда мастер преподносит их в необычной интерпретации. Это не то грезы, не то сны. В последнее время Ирине нравится рисовать цветы. Яркие солнечные композиции поднимают настроение и художнице, и тем, кто любуется ее работами. Когда долго обдумываешь, обычно плохо получается. Идея, как правило, бывает спонтанная. И спонтанно всегда получается лучше. То, что есть жизнь, это и есть любимый мотив. То, что вокруг меня, то, что окружает, то, что я думаю, то, что я люблю. На шелковых полотнах Ирины Казимировой много ангелов. Названия работ «Святость и порок», «Ангел-хранитель» говорят сами за себя. Художник призывает к возрождению нравственности и духовности, чтобы люди задумались над общечеловеческими ценностями и в сиюминутности текущих событий не забывали о главном. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.